Так, это сюда, это вот сюда. О, всем привет, дорогие друзья, с вами GeoX, и сегодня, дорогие друзья, вы наконец-то дождались. Вы так долго ждали, вы так долго просили, вы так умоляли, вы ставили дизлайки ради того, надеясь, что я выпущу это видео. И я не останусь к вам равнодушным никогда. Я обязательно выпущу то, что вы хотите. И да, тематическое видео про Geometry Dash сегодня на моем канале. Встречайте, дорогие друзья, мой уровень дуэла PlayRed, особенностью которого является игра на двух руках. Да, двумя пальцами. Нужно проходить данный уровень. Сейчас объясню почему. Потому что это двухплеерный мод, и это пародия на дуэла Маэстро. Если кто не знает, то посмотрите то видео. И перед тем, как начать проходить данный уровень, обращаюсь к Ютубу. Создатель этой музыки LC Havais, который создал музыку, которая называется Lunar Abyss, поставил туда лицензию Creative Commons. То есть разрешено повторное использование. Так что не смей мне банить мою монетизацию. Мне тоже денежки нужны на хлебушек. Так что, если забанишь, то я подам апелляцию. Я тебе серьезно говорю, Ютуб, харе шалить. Ну, теперь приступаем. Игроком, который будет обычным, то есть нижним, я буду играть на правой стороне, а игроком, который будет находиться на верхней стороне, то есть как в двухплеерном моде, я буду играть на левой стороне, то есть двумя руками, одновременно, вот это самое место, где надо играть двумя руками. Ну что ж, дорогие друзья, и мы начинаем проходить дуэла PlayRed'а. Пародия на Инзен Демон Дуэла Маэстро. Посмотрите обязательно это видео. Обязательно. Также подписывайтесь на мой аккаунт Бумхалаб. Сейчас я вам в конце ролика покажу, как он называется, что у меня там за характеристики. Все, ребята, началось то, что вы ждали. Дорогие друзья, да, я знаю, что вы офигели, но самое сладкое я припасу на самом конце, и оно будет примерно через несколько секунд, минуты. Через минуту начнется самая главная жизнь. Так что будьте к этому готовы. Не офигейте, пожалуйста. Так, это сквек, самая напряженная часть волны. И вот это тоже. Все, дорогие друзья, вы готовы увидеть это? Я думаю, да. Потому что часть самая жаркая приближается все ближе и ближе. И она начнется прямо сейчас. Разминка на этой части тоже закончена. Ха-ха-ха!
Есть! Я его верифицировал. Я его верифицировал, да. С первой попытки за 361 прыжок. Ой-ой-ой-ой-ой. 4-минутный уровень. Я его не мог верифицировать полгода. О, ё-моё, ещё и усложнённую версию. Господи. Вы его можете затестировать, ребята. Демон однозначно. Демон. Эх, демон. Алло, в копии обязательно. Никакого пароля. Ребята, можете копировать себе этот уровень на здоровье. Все специально для вас. Литл был, блядь. Да, у меня есть и такой уровень. Биг Хардес Экстрим Демон. Да, у меня есть уровень, который набрал 1000 скачиваний и 31 лайк. И у меня... Я собрал все сложности. Нормал, Хардер, потом Инзейн, Инзейн, Блудласт, то есть это типа Хардер. Вот. Так что я собрал все, кроме Изи. Лаки Скейк, кстати... Стоп, что? Он стал Инзейном? Он раньше не был Инзейном. Надо же. Ну, G-School Epic 106 скачала, кстати. Ладно, дорогие друзья, ставлю сам себе Лоис, Демон, естественно. Откуда это GG за 23 секунды назад? Не успела пройти минуты, как уже на нем GG есть, нифига себе. Ладно, дорогие друзья. Короче, а вот и мой аккаунт Данколаб. Да, так что обязательно на него подписывайтесь. Фух. Охереть, я сам себя в шоке сейчас. О, у меня два ключика есть, охренеть. Давайте откроем что-нибудь. Ага. Ага, неплохо. Окей. Охереть, у меня до сих пор руки дрожат, охереть. Сколько я сказал раз охереть? Ретрай обновили. Угу. Ну что ж, давайте посмотрим, что там не так. Музыку скачивать не буду, ведь вы знаете, да, что это может дать мне. Ох, какой сложный уровень, я прям в шоке. Да, первая версия мне больше нравилась, только потому, то, что там... Ну, было это все. Такое, битное. А тут какое-то уже стало не очень битное. Не все зеленое. Красное встретилось. О, он добавил счетчик нажатий. Г-г-г-г-г. Интересно, как это? Ну, какая сложность? Ну, вообще, прям охренеть. Божечки-кошечки, я сделал, до сих пор охреневаю. Так, смотрите, сколько же здесь я тут уровней прошел. Да, их тут очень много, ребята. Хе-хе-хе. Восьмая страница, и Glove Surface я не прошел почему-то. Это нужно исправить. О нет, музыка. Тише музыку. Извиняюсь, ребята, не могу. Забанят меня все-таки. Окей. Что я тут пройти не мог? Монета бронзовая мне не нужна. Ой. Что это?
И типа чё? А, нифига себе. Вот она. А! Ё-моё, офигеть! Я сделал это, слава богу, блин. Фух. Это не одна попытка, ребята. Это не одна попытка. Это 75 попыток и 161 прыжок. Господи, есть, слава богу. Фух, нет, нет, дизлайк. Я поставил дизлайк, нет? Напишу сейчас. Finally, finally, биджи. Биджи 76 ац. Хейтед дис. Все, наконец-то я прошел его. Слава богу. Все, дорогие друзья, у меня больше нет сил проходить дальше. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. Всем удачи и всем пока-пока.